черно-белая фотография – это фотография вне времени и моды, которая была актуальна 20 лет назад, актуальна сейчас и останется актуальной через 20 или через 30 лет. Она стирает все маски, она стирает все цвета и оставляет, как по мне, истинное и настоящее. Как в человеке, так и в искусстве. На самом деле, каждый человек видит цвета по-своему и по-разному. То есть один человек видит синий цвет по одному, другой по-другому. Например, самый простой пример – это белый цвет. Никто на самом деле не знает, как он вообще выглядит, потому что если белый лист бумаги вынести на улицу, он будет немножко желтоватый. Если его дать под холодным светом, он уйдет в синеву. И поэтому вообще все цвета, существующие в мире, это... На самом деле они не имеют точной характеристики, они имеют только общую какую-то структуру, но как они выглядят, каждый человек видит по-своему. Очень часто бывает такое, что ты смотришь на одну вещь с кем-то, и тебе человек говорит: «Достань этот серый пиджак», а ты говоришь: «Какой он серый, он синий». И просто на ровном месте ты понимаешь, что вы даже не понимаете, о каком цвете вы говорите. Черно-белая фотография, она никак не выдает себя и не вызывает никаких вопросов. Она такая, какая она есть, и ее все видят плюс-минус одинаково. Балет – это моя очень большая любовь. На самом деле, я много лет уже снимаю. Я снимаю с 2010 года, это уже там фактически 12 лет. Балет – это история успеха. Каждая девочка, с которой я работаю, это история с 3, 4, 5 лет ежегодно, ежедневно стояния у станка. Каждый день, степ-бай-степ, они идут к своей большой мечте. Это мечта длиной в жизнь. И то, что сейчас я прихожу к ним, и то, кого я снимаю, то, как они выглядят на моих фотографиях, это на этих фотографиях не только моя история, это и их история успеха. И для меня это такой талисман. Эта фотография, она на самом деле как будто бы заряженная на успех именно тем, что за плечами каждой балерины есть огромная история. Помимо этого, я как большой фанат искусства, конечно, не могу обойти стороной составляющую бэкстейджа именно фотографии. То есть это музыка, это костюмы, это сценография, закулисье, хореография. То есть это как в кино огромная машина, которая состоит из огромного количества людей, которые каждый делают идеально свою работу. Поэтому, работая с балетом, ты работаешь с большим количеством людей, каждый вклад которого очень важен и равносилен. И, конечно, балерина, для балерины ее тело – это ее инструмент. И это тот инструмент, с которым нужно уметь работать. Это как глина, которую, когда ты скульптор, ты лепишь из глины, и ты чуть-чуть где-то что-то не то ты неправильно делаешь, и все идет на смарку. Точно так же с балетом. Это только кажется очень легко и просто. Кажется, что балерина с идеальным телом, она сделает арабеск, и ты это сфотографируешь. Но на самом деле есть действительно мало фотографов, которые... Да, есть много фотографов, но понимание вот этой сути, понимание, в какой момент, где, выворотности позы, законченности позы, это также интересно, потому что ты изучаешь танец еще и через музыку. Например, когда ты снимаешь в театре, и когда у тебя нет права на ошибку, ты запоминаешь музыку и запоминаешь такты, и ты знаешь, на какой момент, в какой такт тебе нужно нажать кнопку, чтобы запечатлеть идеальный арабеск, этюд, неважно что, потому что у тебя это адреналин, это тоже в этом есть какой-то азарт. И все равно, несмотря на то, что, конечно, я не балерина и не отношусь к балету профессиональному, хотя я несколько лет занималась балетом только для того, чтобы говорить с балеринами, с танцорами на одном языке и понимать, о чем они мне говорят. Работая с балетом, ты непосредственно работаешь напрямую с искусством, и балет – это мой личный выбор, взаимодействие именно из всего, что можно было выбрать – кино, опера, просто современный танец, народный танец, что угодно. Для меня балет – это просто то, что ближе всего моей эстетике, моему сердцу.
это интересная история. Я работала со спортсменами и снимала для глянцевого издания спортсменов из серии там бодибилдеров, качков, которые там известны, каких-то там 2-3-кратных чемпионов мира по разным каким-то там пауэрлифтингам, еще что-то. И это очень сложная на самом деле работа, потому что тебе нужно сфотографировать человека так, чтобы подчеркнуть все его достоинства, но при этом не сделать из него машину, а оставить человека. В том числе в тот момент я ушла от света, потому что я понимала, что цвет, отсутствие цвета как бы делает человека более изящным. И тогда я начала работать, ну, в случае с спортсменами, мне так казалось и кажется, это вкусовщина, кто-то скажет, но мне так нравится. И точно так же со светом. Я очень люблю жесткий свет. Я знаю, что многие его не любят, но я люблю жесткий, я люблю направленный, я люблю неправильный свет, который в итоге дает очень красивые, правильные в умелых руках правильные рисунки. И однажды мне просто написала девочка в социальной сети с вопросом, а не снимаете ли вы балет? И тогда я подумала, что там его снимать? Конечно, вообще не вопрос. И это была, наверное, единственная балетная съемка, на которую я шла без подготовки и вообще не боясь. И ей нужно было балетное портфолио для театра, для работы дальнейшей, для там, этих конкурсов, еще чего-то. И когда она увидела фотографию, она очень сильно удивилась, потому что она сказала, что как-то ты вот интуитивно словила просто вот все позы, все моменты, вот просто все как-то красиво. И я посмотрела и подумала, боже, это ведь действительно невероятно красиво. То есть я увидела не просто, я же все-таки, мне кажется, благодаря искусствоведческому образованию, я балет возвращает меня немножко вот туда, вот в этот... историю старых мастеров, работы старых мастеров. Мне нравится где-то, может быть, не то, что ассоциировать себя, но вдохновляться вот вечным искусством, вечной скульптурой, Роденом, я не знаю, там, живописцами даже современными, которые рисуют в абстракции или еще что-то. Мне это... Да нет, наверное, они все-таки современными не так, но если говорить о Тициане, Микеланджело, вот художниках, которые рисовали людей, писали человеческие тела, и когда ты смотришь, и у тебя замирает все внутри, вот мне всегда хотелось, чтобы мои работы вызывали такие же ассоциации. Когда со мной случился балет, я поняла, что это просто вот максимально то, чего... Балерина — это то, чего мне не хватало для того, чтобы мои работы выглядели так, какими я себя их представляю. При этом я не снимаю где-то, ну, там, в парках, у фонтанов, там еще что-то. То есть я полностью стираю задний фон. Для меня важно оставить только фактуру, текстуру. То есть человек, он... Забавно, мы сегодня как раз говорили с художниками о том, что по большому счету человек — это такой, фотографии — это такая же часть экстерьера, как и все остальное. То есть важно просто его запечатлить, заморозить и оставить вот в истории. То есть какие-то колоннады, какие-то старые дома, постройки, которые мы знаем, да, которыми мы восхищаемся, там текстура пошарпанного здания или еще что-то. Это очень красиво, это очень колоритно, это интересно смотрится в кадре. И вот балерина и танец, и ее позиционирование, и душа, мне кажется, очень вписывается в это. В общем, мне кажется, что у меня просто все сложилось. Ну и, конечно, дальше я уже начала изучать историю балета и поняла, что это дико интересно. Это помогает вообще расширить кругозор и понять историю искусства, историю взаимодействия разных стран, как где что происходило, кто где, на какие спектакли где ставят. Это, правда, тебя знакомит с целым миром. На самом деле мы давно знакомы с ребятами, которые... Это место, оно потрясающее, потому что это маленький город в большом городе, и каждое помещение здесь — это арт-резиденция какого-то художника.
То есть они здесь месяцами живут, создают, ну, не живут в плане ночуют, спят и едят, но они создают здесь свое искусство, и это такой маленький оазис. Ты видела, наверное, на улице стоят столики, там много садиков, каких-то тоже скульптуры, еще что-то. Вот, и это такое классное комьюнити, которое поддерживает друг друга, и для меня было очень важно в Берлине найти именно какую-то поддержку именно арт-сообщества и арт-комьюнити. И мы познакомились с художниками, которые здесь выставляются со всего мира. И просто в какой-то момент, уже после общения, мне написали, что вот, у нас такое мероприятие, и мы бы хотели, чтобы ты тоже в нем участвовала. Yeah, women's liberation is always a theme. I loved the 80s in Berlin, and I raised here, and I fight here, and I live here, and I will stay. So my inspiration is life on street, my own history, the history 100 years ago and nowadays, 'cause now is yesterday of tomorrow, so smile. So these big works are all collage, and it means I cut out my old pictures and glued them together to a new picture with a new contents. And I love it, because I'm addicted to colors. I love colors, and I have to say ACAB, that means Almut's colors are beautiful. Yes, I do know, because I know pain. That's all. Oh, birds, these are my companions, my friends. I feed them. And I have a relationship to them, I know them. Always looking for something, yes, where what I can stand for, and now I'm in the renewable energies, and it's okay. And photography, it was for me, I was accompanied by photography all my life, because my parents always also took pictures in holidays. And I don't know the word in English, but it's a dias, when you can show it on with the light, you put the light projector. Yeah. And they made kind of a story about it, and so I was always close to photography. And yeah, in 2017 I restarted taking pictures analog and develop. Yeah, it's all analog. That's why I like it. I don't know, I like it, I feel like it's different. It has some soul in it. Yeah. Thank you. Yeah, that's a little bit it is like this, because what I like is that you slow down and you have to reflect exactly what do I want to have in this picture, because you only have 36 pictures on one film, and you can't take. And you don't see them actually. Yeah. I mean, you see only with your eyes, but then you can't check. Yeah, yeah. And it's a surprise everything. It's a surprise, and often it's this magic moment when the picture appears, and you're like always like wow, great. Before you took the picture, you have a really good look at your object and reflect
do I want to have, I don't know, this brand, should it be like this or like this? Really? And so serious. Yeah. Yeah, not I'm not waiting for hours, but it's much more like with your mobile phone, you take a picture and you say, no, I don't like the branch, it's like this. And then you take another picture, and with the analog camera, you make the decision before. Yeah, that's it. And for me, it's about, I can relax when I do this. Also, when I'm in the dark room, it's awesome. you slow down and you have to reflect every step you take. It's important, and yeah, that's great. One more question, why black and white? In fact, it's because it's for this exhibition, because it's easier. It's in color, it's much more complicated. Normally I print them in the shop, and yeah, but it's also like the title of the exhibition, it's A Touch of Gloom, and my friend who is giving me the opportunity to show the pictures here, she always says, yeah, all your pictures have this dark character, and so I think this character is more in the pictures in black and white than in the color, colored pictures. Yeah, maybe, but I think it's really easier than I also tried with a digital camera, and I was like, oh my god, so much buttons, so much functions. And in fact, with my analog camera, with my favorite one, I have only it's called Canon AE-1. Canon is famous. Yeah, it's an old Canon, but the AE-1, everyone says, yeah, it's the camera for beginners. And you have only the time and the aperture to blender, I don't know the word now. And it's really, you have only two functions, and you have to find the focus, and that's all.